45-летняя Яна Рудковская привыкла защищать свою семью. Звездный продюсер не смогла оставить без внимания саркастичный комментарий 38-летнего Андрея Аршавина. Многие пользователи часто замечают, что 7-летний сын Яны и Евгения Плющенко выглядит грустным. Фанаты переживают за мальчика, который с раннего детства вынужден постоянно заниматься спортом. Теперь это опасение за счастливое детство Саши выразил и футболист в одном из прямых эфиров с Александром Киржаковым. Андрей заявил, что мальчик соглашается на участие в челленджах только из-за родителей, а на самом деле он против таких развлечений. У гномбна мыча такое лицо, как будто он там из-под палки. «Улыбаются только папа и мама», — заявил Аршавин. Этот выпад бывшего форварда сборной России поспешила прокомментировать Яна. Она поделилась видео, на котором веселится в компании с сыном. Яна и Саша счастливо улыбаются, они явно получают удовольствие от происходящего. «Андрей, Андрюшенька, Андрюша, это видео и танцы только для тебя. Прости, что без Плюща. Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои. Но мне, видимо, этого не дано понять». Да, совсем забыла, может, футболисты всегда и улыбаются, а вот фигуристы еще иногда бывают и в сценических образах. Едко ответила футболисту Рудковская. Недавно Яна с полуголым мужем показали «Титаник» на карантине. Звезда рассекретила, как выглядит без макияжа. Супруга олимпийского чемпиона в мини-романтичную станцевала с любимым.